Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я из города Байроид. Я теперь приветствие буду, наверное, постоянно называть, потому что люди постоянно говорят, в каком вы городе живете. Ну, для тех, кто уже давно на меня подписан, люди знают мои подписчики. А для тех, кто только зашел на мой канал, я буду сообщать, кто я. И из какого города? Сегодняшнее видео я снимаю дома и хочу показать мои небольшие покупки, некоторые с флоу-маркта, с барахолки, а некоторые из магазина. И кое-какие вещи мне сегодня подарил мой старший сын Иван. И вот на первом плане стоят его подарки. У меня вот эта штучка была, уже стояла здесь в квартире, очень приятный запах. Там эфирное масло, вот в этой бутылочке. Вставляются туда вот такие вот палочки, они пропитываются маслом, и идет такой вот аромазапах. Потрясающе, это не передать. Это у нас продается в большом супермаркете. Есть отдел такой небольшой, и это, ну, пользуется успехом здесь у немцев. Теперь я поклонница этого, хотя я до этого, ну, не любитель, у меня очень сильно развито обоняние. Но вот этот запах меня, он ничем как-то, вот знаете, ну, мне очень он сильно понравился. И сегодня у меня уже закончилось это масло, хотела все приобрести. И вот прихожу я сегодня с термина, и мой сын мне опять сделал подарок, сюрприз. Купил вот эту белую упаковку, бутылку. И вот эту черную, в старую долил оттуда его масло. В зал теперь новое поставится у меня вот это. А белую он мне купил в мою спальню под мой белый столик. Трюмо мое маленькое. Этот запах идет сакура, называется. Очень приятная. А этот Будда, я его спрашиваю, Ваня, ну не может же такой запах так называться, там же какое-то растение. Он говорит, мам, я не знаю, мне сказали этот Будда. Это очень оригинальный такой подарок, наикрасивейший такой, знаете, упаковки. Это, по-моему, все делается в Японии. Вот такая огромная упаковка. Вот, и сейчас я так ее поставлю. Подарить в подарок вот в России, особенно вот в Москве, очень пользуется это спросом, но этого нету. И мой сын хочет как-то там это развитие, чтобы в Москве тоже такое открыть магазинчик. И сегодня ему сделали предложение, если вы купите товар на 40 евро, вам будет подарок. И пришел подарок вот такой вот. Это мыло для рук, а это бальзам для рук. Но потрясающий такой запах. А после этого, мало того, что руки помыли мылом, запах остается на руках. Плюс еще потом бальзамом вот этим, ну, не передать. Как Петросян говорил, незабываемые ощущения, да? Вот это случай, по-моему, вот отсюда. Это потрясающие запахи. Ну, теперь буду знать, где вот купить вот такое мыло. Да, потрясающе. Мы все сегодня, Егор, Иван, все сегодня в восторге от этих запахов. Очень вкусно, очень приятно, освежает. Вот проходишь, и такой шлейф приятных ароматов. И сейчас начну со своих покупок. Сегодня я купила вот такую салфетку, но я ее купила для крутящегося столика.
Наконец-то я его нашла, но сегодня я его не поставлю, потому что сегодня у меня не будет посуды. У меня будут украшения и винтажные сумки. И я купила просто вот эту салфетку. Она будет смотреться вот так на столике. Ну, прикольно. Но столик не поставлю, будет просто салфеточка лежать у меня. Ну, начну, наверное, я с украшений. На Флоумаркте я приобрела комплект. Это Avon, винтажный, маркированное все. Это браслет и клипсы. Вот. Я уже их поставила в Инстаграме. Они очень красиво смотрятся на ушках. Я уже примеряла это дело. Он очень красиво смотрится. Так, я сейчас это подвину, чтобы другие украшения положить. Вот такие вот я... Это я все покупала у одной женщины. Вот такие клипсы. Это потрясающе. Это идет эмаль. Видите? Они очень хорошо смотрятся тоже. Я их тоже примерила. Особенно на лето. Супер вообще. И взяла у нее... Она продавала свои украшения. Это жемчуг. Стоит там мелкая-мелкая печать на клипсах. И, скорее всего, это идет позолота. Натуральный жемчуг и позолота. Они очень хорошо смотрятся тоже на ушках. Такие маленькие, миниатюрные. Вот они. Такие крохопуленные. Это то, что я приобрела на Флоумаркте. Есть еще вот такие вот, бусы забыла. Вот такая вот у них длина. Это натуральный камень. Они такие, знаете, массивные прямо. Клейма никакого я не нашла, вот, но похоже, как будто бы это серебро. Ну, вряд ли, наверное, я не буду здесь ничего даже рассказывать. Нет клейма, значит, не серебро. Вот. Вот такие вот украшения. И, знаете, повезло приобрести сумочки женские. Это вот такой вот... Так, камера опять уехала. Вот такой вот клатч. Он сделан также под кожу. Он в идеальном таком состоянии. Очень хорошем состоянии. Весь... Кнопочка так срабатывает хорошо, не, знаете, не такая не расхлебанная. Вот такой вот дизайн. Вот так вот классно его, допустим, взять. Да? Очень такой красивый. И вот такая вот сумочка. С цепочкой она. Вот здесь возле застежки камни. Сейчас я камеру приподниму, вот так вот поближе вам ее покажу. Ну, это опять же такая сумочка, которая куда-то на выход идет. Она тоже в очень хорошем состоянии. Вот. Вот такие вот у меня приобретения. Незначительные, но красивые. Сейчас вам я еще раз поближе покажу украшения.
И вот эту вот красоту. Это потрясающие запахи. Правда, не передать прям. Очень вкусные. Ну вот, такое мое сегодня видео. Коротенькое. Ну, думаю, понравится всем. И мужчинам, и женщинам. Для мужчин, допустим, можно запахи. А для женщин, конечно, вот это вот, наши любимые девочки, да? Вот так. Многие ждали, спрашивали, что же я купила на Флоумаркте, и у меня не получалось никак заснять. Ну вот сегодня я решила, наконец-то, думаю, надо сделать видео. Я его сделала. Надеюсь, вам понравилось. Заходите на мой канал для новеньких. Подписывайтесь. Вам будет интересно. У меня канал такой, знаете, разной тематики идет. Я и готовлю свои, выкладываю рецепты, которые проверены, которые полюбились в нашей семье. Плюс у меня идут прогулки и вот походы по барахолкам, по флоу-марктам, по магазинчикам. Заходите. Буду очень рада всем. Ну все, до свидания. Пока-пока.